Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 апреля, день Матроны, назван в честь святой мученицы Матроны Солунской. Святая Матрона была рабыней иудеянки, жены Солунского воеводы. Она постоянно издевалась и била Матрону за то, что она не ходила в синагогу, а ходила в церковь. В итоге она ее забила до смерти и сбросила вниз. Вскоре мученицу постиг заслуженный суд Божий. На том самом месте, где она свергла вниз с высокой стены тело святой Матроны, она сама случайно поскользнувшись упала и разбилась насмерть. Святую Матрону считали покровительницей хозяек. В этот день ходили в церковь, молились ей и просили помочь им в работе. В этот день перебирали запасы, все делили на две части. Испорченные продукты либо выбрасывали, либо пытались использовать их в пищу, если это было возможно. Часто этот день называли днем Матроны-наставницы, так как часто после оттепели и морозов ночью образовывался наст. Прилетали перелетные птицы из теплых краев, весна стремительно приближалась. Это был последний день, когда женщины могли выбелить холсты, выносить их на улицу, класть на снег под солнечные лучи. Сегодня говорили, щука хвостом лед разбивает, значит пора отправляться на рыбалку. Постепенно сходил лед и начиналось половодье. Естественно, сегодня наблюдали за природными явлениями, чтобы вовремя начать посевные работы. Приметы. Сегодня не следует ссориться, потом не помиришься. Иний и туман утром к большому урожаю. Опала третья хвоя на хвойных деревьях. Через две недели начнется ледоход. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающе действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах и отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь по организму, прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот, побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!